Подводим итоги розыгрыша вчерашних AirPods, друзья. Всего активных человек приложение Donation Alerts выбрало 10 человек. Вот они все. Ровно 10 человек. Значит, будет случайным образом. Каждый из них, вот тут подписан 1, 2, 3, 4 и так до 10, правильно? Мы переходим в приложение, где можно сгенерировать случайное число. И пускай оно выберет победителя. От 1 до 10. Сгенерировать. Число номер 5, ребят. Переходим назад в приложение и смотрим, кто у нас пятый. Так, раз, два, три, четыре, пять. Имя пользователя Северный и китайские иероглифы. Витек, а что там? Вася комментарий задонатил нам 345 рублей. Будем с ним связываться и отправлять ему наши AirPods. Ну а дальше смотрите классный видеоролик на YouTube-канале «Мусорщик». Друзья мои и мои друзья, всем привет, вы снова на YouTube-канале «Мусорщик», с вами Витёк на связи. YouTube-канал про свалку, про людей, которые живут на свалке, про все то, что можно найти на свалке, как это дело успешно реализовать на барахолочке, заработать на всем этом деньги, что классного выкидывают, в общем-то, все про свалку, про барахолку, про людей, которые на ней живут, обо мне лично. Друзья, хорошее настроение, классный денек, я стараюсь сделать много контента, чтобы к днюхе насобирать 100 тысяч подписчиков, поэтому смотрите видео до конца, будет интересно, не перематывайте, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, а я прямо сейчас для вас залажу на самую огромную свалку страны, ищу находки, все это снимаю, и вам показываю. Надеюсь, вам понравится. Погнали? Погнали. Сегодня морозик, друзья мои. Градусов 5. Грязь замерзла, это хорошо. Я начинаю свое чудное восхождение на высокую гору. Гора примерно этажей 20. Очень тяжело по ней забираться. Ну а что делать? По-другому никак. По-другому никак. Ну что, залез. Залез, никуда не делся. Первые два мусоровоза и 4 кучи со вчерашнего дня, походу. Сейчас пойдем, все обойдем. Что-нибудь найдем. Главное, позитивное, хорошее настроение. И вам обязательно повезет, друзья мои. Это бесспорно. В эту субботу, кстати, я еду на барахолку рынка Ждановича. Для тех, кто не знает, приезжайте. Будем дружить, знакомиться, пить кофе, что-нибудь продадим. Просто пообщаемся. Ладно, я за находками. Куча, друзья, номер один. Я еще не доставал, но все вы видите, вон там какой-то, видишь, что ли, раздушенный. А, только коробка от чего-то там. А самого чего-то там нет. О, кто-то разложил. Смотрите, какие курточки. Это кто-то тут до меня побывал. Курточки. Вот. Чистенькое все. Аккуратненькое. Привет! Со мной здороваются. Вот такие вещи. Но я по вещам не специализируюсь. Больше по технике. Телефоном, планшетом. Техника, игрушки какие-нибудь хорошие. Ну, короче. По всякому якому антиквариатику, старине, картины. О, кошелечек. Кошелечек. Тоже уже кто-то просмотрел. Эту кучу кто-то до меня очень хорошо и тщательно обошел. Посмотрите. Все проверено. Все. О, нет. А, это тыква. Я думал, это шкатулочка. Сухая тыква. Пока голячок. Но ничего. Я верю. Все, иди. Я верю, друзья. Все у меня еще впереди. Ладно, я нахожу находки и, как обычно, включаю камеру, все показываю для вас. Все показывает и рассказывает для вас Витек Мусорщик. Ставим лайки. Первая находка не засталась долго ждать. Это йо-йо. Ха, ребята, это йо-йо. Кстати, металлический, хороший, дорогой йо-йо на шнурочке. Сейчас смотаю, поиграю. Йо-йо. Ну, знаете, что такое йо-йо, надеюсь? Как вы поняли по прежнему кадру, я разжился на медяшку. Немного, килограмма на полтора, а может на килограммчик. Не знаю, но разжился. Была бы чистенькая, так хорошая, тыковский хрусталь. Хорошая была коробочка, но она усертая, ее уже вряд ли очистишь чем-то. Эх, можно было бы коробочку продать кому-нибудь. Так, так, так. Так, 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 друзья мои.
йо-йо и немножко меди. Пока не густо. Хотя я и на свалке всего 7 минут. Ну, 10 от силы. Грех жаловаться, правда? Просто обход кучек. Просто обход кучек. Ладно, ждем находочки. А помните, я здесь только что прошел, вот коробочка. И я не заметил, а сейчас листик отнул ногой. Смотрите, а вот сейчас заметил. Вы видите? Вы понимаете вообще, что это? Чехол только какой. Если бы не камера, я бы не понял, что это. Это айфончик, ребята. Это хороший айфончик, его придушило в машине. Старенький, но чехол капец дорогой. Я не знаю, кто себе такой ставил. Блин, реально крутая находка. Я в шоке, просто в шоке. Несмотря на то, что он старенький. А ну-ка. Ну давай, ну пожалуйста, пожалуйста, в прямом эфире включись. Нет. Жалко. Блин, ну чехол вообще. Вот это был чехол, пушка. Ладно, ну хорошая находка. Просто подкнул листик, а тут айфончик. Айфончик. Хотя я уже был один раз прошел мимо. Что я еще мог пройти мимо? Ну вроде ничего, только айфончик. О, мусоровозик. Так, ребята, пока убираю айфончик и ее в карман, есть еще одна топовая находочка. Сейчас покажу. Вот лежит. Смотрите. Наравелла 203 стерео электрофон. Акустическая система. Я был в шоке. Вот такая деревяха. Тяжелая жесть, колонка на месте. Такую хоть в кинофильмах снимай, а, друзья мои. Забираем, 100% забираем. Вот такая находочка, ребята, но поломанная. Я даже не знаю, что это было, кусок музыкальной шкатулки или что. Но что-то разломанное, к сожалению. Жалко, жалко, очень-очень жалко. О, вот минимальные на платке наткнулся. Смотрите, какие безграмотные. Срезали, ломели, а платку выбросили. Ну а что, Витек соберет, платки тоже можно сдать. Вот еще одна. Вот еще одна. И вот еще одна. Немного, друзья. Ну, на какой-нибудь рубль. Может, даже 50 копеек, неважно. Но это денежка. Копилочку. Ну что, ребятки, хочу сказать. Я в отличном настроении. Просто мое настроение после этой находки так взлетело, как никогда. Фарту вам, друзья, чего я вам желаю. Так, стану на чистое место. Чтобы вы понимали, в этой сумочке подлога никакого. Мне просто вывалилась тяжелая коробка от обуви, замотанная скотчем. Очень тяжелая. Я не знаю, зачем так люди делают, но я ее решил вскрыть. Я думал, там кирпич. А нет, там не кирпич, ребята. Ну ладно, это я вот по валу походил, просто нашел, покажу вам. Так, взял тарелочку, она целенькая. О, что-то она тут защелкнулась. Оп, целенькая. Это, наверное, минский фарфор, а может не минский. Пишите, кто знает. Короче, вот такая тарелочка. Красивая очень. Очень с красивым цветком. И вот эта хрень тяжелая. Ну, это хрусталь, наверное. Говорят, на стекле шов должен быть. А тут шва нет. И тяжелая. На килограмм, не знаю, 3, наверное. Стопудово хрусталь. Но сейчас не об этом. Так, ноутбук был тоже не в той далеко коробочке. К той коробочке мы с вами подойдем. Вы будете в шоке, что было в той коробочке. Ноутбук я так нашел с мусоровоза. И повезло. Не сильно-то и душеный. Сейчас, ребят, вертолет пролетает над свалкой. Смотрите. Низко так и громко. Ноутбук не сильно душеный. Вроде бы даже экран целенький. Ну-ка, браток. Если включится, будет круто. Увы, нет, не включается. Давайте побольше вам покажу про ноутбук. Вот такой HP. Так, все тут по наклеечкам. Такие наклеечки. Он полностью комплектный. Это хорошо. Я люблю комплектные ноутбуки. Тяжелый тоже, гадина, килограмм 5. Ребята, вот что было в коробочке для обуви. Нет, блок. Это я так нашел, опять же таки. Смотрите. Короче, ладно. Блин, они просто чистые. Жалко их высыпать. Ну, ладно. Для контента. Для контента, друзья. Для контента ничего не жалко. Xiaomi. Фига лопата. Но они все битые, я не знаю. Кто это собирал и зачем? Моторолка такая ничевешная. Это вообще пополам Redmi. Видали? Ха, дуга такая. Один планшетик. О, кстати, целый. Планшет целый. Отлично. А может еще и включится?
Нифига. Ну ладно. Черт с тобой, как говорится. Так, Huawei-чик. Айфонов нет. Айфончик. Я уже сегодня один нашел, ребята. Один айфончик нашел. Это что-то похожее. О, айфончик. На китайца похож, правда? Камера какая-то не настоящая. Опять Xiaomi. Huawei-чик. О, еще один айфончик. Тоже на китайца похож. Не знаю. Ладно. Samsung. Xiaomi очень много. Это кто? О, красивый, да? Такой тоненький. Huawei. Еще один. Samsung. Это желтый, это что? Что это за телефон такой? Какой-то каличный. Ладно, пригодится. На рынке люди разберутся. Это кто такой красивый? Красивый. Красивый. Ну, как-то так. Как-то вот так вот, друзья. Вот такие вот находки последних получасов. Ну что, продолжаем дальше мы с вами, а? Лайкосики, друзья, лайкосики. Настроение пушка. Сейчас будет еще лучше. Я уверен, будет еще лучше. Целый, друзья, час. Целый час. Я от мусоровоза к мусоровозу. От мусоровоза к мусоровозу. От мусоровоза к мусоровозу в надежде найти хоть что-нибудь. Ну, насобирал, врать не буду. Вот насобирал пакетик. Сейчас высыплю, покажу вам все. Короче, я нашел какую-то зарядку. Ой, блин, падаю. Я хожу, знаю, что это за зарядка такая. Может, кто-то знает, так вы мне хоть напишите. С аккумулятором даже, с каким-то. Такая прикольная таска. Так, плат немножко. Душеные такие, с мусорки вылазят. Душеные. Немножко плат. Оперативочек было. Сейчас покажу. Вот они, оперативочки. Так, что тут у нас по гигабайтикам? А непонятно. 512. Ё-моё, древняя. Тут что у нас по гигабайтикам? Еще хуже. 256. Что-то идем на понижение. Это... вы видите, 512. Ё-моё, дожились. Дожились. Мегателефон. Panasonic. Ну, взял. А что делать? Может, хоть на платы? Курилка одна, маленькая. Что-то вообще в последнее время их не попадается. То пачками, то никак. Такие платки. Короче, что-то на платах сегодня копейку какую-то заработаю. Антиквариата нету. О, еще одна планочка. Ну, давай, хоть ты, может, гига на два. Гигабайт, гигабайт. Гигабайт. Вот такая платка неплохая. Хоть категория более-менее. Пультик взял. Ну, рубль как-никак. Хоть за рубль. Так, ребята. Ну, из ценного, из этого пакета, наверное. Одно из самых ценных. Жалко, что она пополам переломанная, конечно. Как плата, но с процессором. Процессор на месте, поэтому на ней мы заработаем точно рублей под 5. Что не может не радовать. А, ну, моя любимая штука. Удлинители, друзья, удлинители. Так, что там наш пакет, а? Микрофон. Можно тоже за рубль попробовать продать. Может, повезет. Тут есть игрушки для взрослых. Я вам показывать не буду. Нашел одну. Здоровая такая. Для взрослых. В сторонку отложу. Блок от ноутбука. Платы. А, во-во-во-во-во, нашел. Такая засранная, конечно, до ужаса. Sony. Смотрите, Sony игра. Ну, без аккумулятора печально. Ну, вот. Ну, тоже думаю, может, за пятерку за какую продастся, как вы считаете? Если что, пишите в комментариях. Не так. Телефона 3. Сегодня по телефонам. Вот сегодня я больше по телефонам. Полноценная зарядка от ноутбука. Еще планочка. Ну, такая уже в говне вся. Короче, не густо. Не густо, и надо продолжать. Надо стараться, трудиться, верить, и все получится. Только что, ребята, мазиком переехала. Телефончик. Был радио, но теперь только на платы. И база от него. Но теперь только на платы. Тоже надо брать. А что делать? Сегодня бедный день. Ничего не поделаешь, надо брать. Хотя 20 телефонов, планшет, ноутбук, хрустальная ваза. Почему бедный? Почему бедный? Давно хожу, просто что-то как-то вот, ну как-то так. Или просто морально подвыгораю, непонятно. Сам даже не знаю, чего бы я хотел сегодня найти. Пока не знаю, но чувствую, что что-то впереди. Что за приколы такие? Какая-то каретка была прикольная. А, трехколесный.
самокатик, две лазерные указки. Видите, и вон от них запчасти, от этих лазерных указок. А, карабинчики. Такое уже тут живого ничего нету. Так, ну-ка, ну-ка. Вот это задервенело на морозе, а. Что-то я там интересное наблюдаю. Это подарочный пакетик, очень интересный. Не те пока машины. Что? Не, хлеб мне не надо, спасибо. Не те машины, пресса идут. Если были бы вот бочечки, в них хотя бы все не вот такой вот сжато. Вот чемодан советский, ну черт, ты его оттуда достанешь. И даже если в нем что-то было, оно стопудово в труху, понимаете? Вот в чем дело. Вот в чем дело, что просто не те машины. Вон цветочку как не повезло-то, а? Ё-моё. Потому и настроя нет, что будут бочки, будет немножко веселее, там все не сжатое, аккуратное, чистое, красивое, в коробочках, как с утра вот мне. Раз коробочка такая, блин, тяжеленная, капец, открываю одни телефоны. Ну вот что может вас так порадовать, как такое количество телефонов и один планшет? Да вот, я даже не знаю. А в прессах, ну что в прессах? В прессах такой уже вот шлак. К сожалению, но это правда. Что там? Работает? Скажи. Точно моторчик маслает. Была когда-то машинка для стрижки волос. Держи. Ну, снимай наход. Не надо тебе? Нет, мне тоже не надо. Она поломанная вся. Пускай жужжит в мусоре. Был когда-то обогреватель. Тоже в прессике раздушило. А, и шнур срезали. Ну, что вот брать? Куда его брать? Некуда такую вещь брать. О, мандаринки? Да. Хорошие? Да. Повезло вам. Да. Такой-то абажур. Наверное, был советский. Раздушило. А вот такой вот интересный ящичек, друзья мои. Ну-ка, ну-ка. Опа-на! Ящичек. Деревянный советский ящичек. С чем? Неплохая штука, давай. Постой-ка. Неплохая медная клемма, солидно. Домой. Что на этом, что ли, мусор? Кусочек чугуна. Ё-моё, я думал, тут инструментария сейчас будет. Одна медная клемма и все. Латка. Ё-моё, да что такое-то, а? Ладно. А ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. О! Есть! Манометр. Еще даже советский. Удали. Но в полной комплектности. Хорошо, выберем. Покажите сковородку. Можно глянуть? Только что, ребята, нашли сковородку, друзья. Видали, какая? Какая она большая. Сковородка такая, на одно яичко, да? Да. Держи обратно. Прикольно, прикольно. Так. Дипломат. Пустой. Хороший дипломат. Ну что ж, друзья мои, я что хочу сказать. Я просто в шоке. Погода нормальная, конкуренция. Конкуренция просто огромная. Народу очень много. У меня вроде находки неплохие, но как-то грустно. Я, наверное, соскучился по барахолочке. Мне хочется в эту атмосферу... Вот, в эту движуху хочется на барахолку, реально, вот. Наверное, это сегодня будет мой самый короткий видеоролик. Находки хорошие, но их мало. Ну, как-то вот, не знаю, дофига народа. Просто дофига народа и тяжело ходить. Ну, вот, поэтому, не знаю, может быть, еще похожу, может быть, нет. Пока не прощаюсь. Сейчас дальше все увидим. Я сам еще не знаю, что я там наснимал. Врать не буду. Вот пришел на какое-то интересное место. А, вот, интересное место. Почему бы здесь и не походить? О, меня вот этот чехольчик просили от очков забрать. В прошлый раз я его тут находил. Сейчас опять сюда вернулся. Стоянка людей. Ушел от толпы, ушел от мусоровозов, пошел на стоянку людей. В надежде, что, может быть, здесь меня поджидает удача. Давайте смотреть. А я сразу включил вам камеру в прямой эфир, чтобы вы могли все наблюдать. Поджидает меня здесь удача или нет?
Лично я пока ценного ничего не вижу. Алюминиевую палочку вижу, полосочку. О, алюминий. Алюминий. Заберу. Надо брать. Так. Утюги. Этого хлама. О, бутылка красивая. Смотрите. С какой пробкой. Ух ты. С какой пробкой. Примерзли немножко. Не мусор, конечно. Еще можно оторвать. Бальзам. Ну, бутылка реально красивая. Фарфор или глина. Не знаю, очень тяжелая. Возьму. Мне кажется, такие бутылки должны пользоваться спросом, правда. Крышечка у нее такая интересная. Тоже из керамики. Она должна... О! О! Все закрывается, все работает. Может, год есть какой-нибудь. ГОСТ 93-го года. Нормально. Такую бутылочку возьму. Не то чтобы удача, но по рублю, по два. Я ж уже здесь, правильно. Значит, надо зарабатывать. Барахла много, но что-то как-то вот... Не знаю. Не то. О, какой бесперебойничище. Разломали. Да, разломали. Только медяха осталась. Все разломано. Жалко, жалко. Ладно, полажу еще немножко. Не, это не телефон. Пляшка во военная, бачишь, ну мятая вся уже, до ужаса. Говно. Согласен, говно. Была бы целенькая, да? Да, еще футлярам тебе подать, да? Кого? Она же не та же, она футлярики. Стартерник. Ёлку советскую помяли, зачем? Ёлку, а ему... Глянь-ка блок, дай полететь блок. Можно я посмотрю? А, провода порвали? Там с той стороны. Там бомбы нет. Обалдеть, здоровый такой был. Хороший. Ну, был когда-то хороший, да. Хороший был. Но теперь уже все, уже не хороший. Это сам все знаю. Что это такое? Ничего себе. Ребят, вот эта игрушка интересная. Грязная, конечно. Корова. Я сильно грязная брать не буду. А так вообще прикольная. Цацка. Медь валяется. Чистая, видите, медь. Смотрите. Вот лежит. Чистая здесь. Вон там чистая. Это от разбора кто-то повыбрасывал. Как-то так. Угощение, друзья. Для... Угощение для собачек. Или это орешки, я не знаю. Короче, ладно, попробую, может, они будут кушать. Нет, друзья мои, может, видеоролик короткий, но на сегодня я закончил. Конкуренция большая, это просто несерьезно, вот. Ну, как бы не хочу тратить время понапрасну, тем более, что меня сегодня ждет еще одно классное интервью на одном хорошем YouTube-канале. Но пока про это вам рассказывать не буду, оставлю, так сказать, интригу. С вами был Витек Мусорщик, это были деньги из мусора, находки на свалке. В общем-то, ставим лайки, подписываемся. Извините за короткий видеоролик, надеюсь, вам понравилось. До новых встреч, пока.